Нельзя быть уверенным в том, что с вами не произойдет ничего плохого. Лучше быть готовым ко всему. Специалисты по выживанию наизусть знают короткое обозначение своих пределов выживаемости. Также это именуют правилом трех. В среднем человек может продержаться 3 минуты без воздуха, 3 часа без укрытия в экстремальных погодных условиях, 3 дня без воды и 3 недели без пищи. Досмотрите это видео до конца, и вы с легкостью и красиво сможете выйти из любой ситуации. И перед тем, как мы перейдем к ролику, рекомендую вам крутейший сайт sneakergeek.ru. На этом сайте вы можете увидеть все самые свежие релизы самых известных брендов кроссовок. Очень подробное описание моделей кроссовок, в общем, все, что нужно для любителей сникер-культуры. Также у них имеется классный инстаграм и отличный паблик ВКонтакте. Исключительно самая свежая информация о самых крутых новинках, все ссылки в описании. Совет номер два. Чтобы профильтровать мутную воду, возьмите две банки и поставьте их на разном уровне. В качестве шланга используйте скрученную тряпку. Это займет время, но вы получите отфильтрованную чистую воду. Желательно предварительно вскипятить воду на костре. Мало кто знает, что можно обойтись без посторонней помощи, чтобы избавиться от куска пищи, застрявшего в горле. Сейчас я вам расскажу, как делать прием Хеймлиха на себе. Сначала надо сложить ведущую руку в кулак под грудной клеткой, непосредственно над пупком. Ладонь второй руки надо положить на кулак, чтобы надавить крепче. Надавите кулаком в живот движением внутрь и вверх в направлении диафрагмы, которая находится в верхней части живота. Это нужно делать силой. Повторите это несколько раз, пока застрявший в горле объект не сместится и не освободит дыхательные пути. Специалисты по выживанию также поясняют, почему никогда нельзя использовать воду для тушения загоревшегося масла или жира. Молекулы воды тонут и оказываются на дне раскаленной посуды, моментально испаряются и выталкивают языки пламени еще выше. Поэтому загоревшееся масло надо тушить, выключив конфорку и перекрыв доступ кислорода к огню. А вот еще один совет по выживанию, который разрушит типичный миф из кино. Если вы травмированы острым предметом, не вытаскивайте его из раны. Если вытащить воткнутый в тело острый предмет, это ускорит кровопотерю. Вместо этого постарайтесь прикрыть рану и сделайте все возможное, чтобы остановить кровотечение до тех пор, пока вам не окажут квалифицированную помощь. Звучит банально, но я думаю, многие не знают, как вести себя при грозе. Если гроза застала вас где-то в поле, постарайтесь найти низменное место и присесть на корточки. Вся правда на экране! Нужно найти место наиболее низкое, к примеру, овраг, чтобы ваше тело как можно меньше касалось земли. Затем прикройте уши, ведь если вы действительно оказались в эпицентре циклона, гром может повредить ваши барабанные перепонки. Пиши свой крутой комментарий, если он не соберет ни одного лайка, то ты красава и вдобавок к этому получишь 1000 рублей, а вот чем предыдущего выпуска. Как выбраться живым из тонущей машины? Не тратьте время, пытаясь открыть дверь. Она все равно не поддастся, поскольку вода давит на нее снаружи. Используйте данную последовательность. Отстегните ремень, откройте окно и выберитесь. Это ваш реальный шанс на спасение. Проще всего открыть окно с ручным подъемником, но и с электронным шансы высоки. Спасатели отмечают, что по результатам тестов электроника будет работать как минимум 10 минут с момента погружения в воду. Если окно не открывается, его нужно выбить. Подойдет молоток, гаечный ключ, тяжелая отвертка, а если их нет, штырь съемного подголовника, каблук, шпилька или собственный локоть. Целиться нужно в угол, так как там стекло разбить легче, в центре оно будет пружинить. И после этого, соответственно, выбраться из машины. Кстати, знали ли вы, что мировой рекорд по задерживанию дыхания под водой составляет 22 минуты и 22 секунды? Его установил Том Ситас. А развить такой навык вы можете при помощи дыхательных упражнений. Учитесь делать глубокий вдох. Глубоко вдохните через рот и представьте, как ваши легкие наполняются кислородом, начиная с самого дна. Теперь они наполнены до диафрагмы. Такой метод поможет вам задерживать дыхание гораздо дольше. Совет номер 9, который сейчас актуален для многих. Мозг не может одновременно контролировать процесс ходьбы и использование мобильного телефона. В итоге вы не можете полностью сосредоточиться на том и другом одновременно, как, например, на ходьбе и жевании. Есть шанс пасть жертвой слепоты от невнимательности. Это когда вы видите какой-то объект, но не осознаете, что это, например, машина, которая едет прямо на вас. А теперь лайфхак, который поможет выжить каналу Топ Хайп. Вдави этот лайк со всей силы и подпишись на канал. Спасибо.